Свыше 30 километров автодорог отремонтируют в Кокшетау. В этом году обновят дорожное полотно на городских окраинах. Кроме того, завершают реконструкцию крупных транспортных развязок, что позволит разгрузить центральные улицы областного центра. Подробности в материале Аслана Буталипова. Каждый год с наступлением лета дорожные проблемы в городе вновь становятся актуальными. Жители Кокшетау жалуются на многочисленные ямы на центральных улицах и разбитые дороги на окраинах. Хотелось бы, чтобы дороги ремонтировались почаще и качественно, потому что это все влияет и на человека, то что он, торопясь куда-то, не может успеть вовремя за ям, за колдобин вот этих вот всех. И добавок это очень влияет на нашу финансовую сторону, так как часто мы делаем ходовую часть автомашины своей. Местные власти обещают поэтапно улучшать качество дорог. Например, сейчас завершают реконструкцию дороги от улицы Уалиханова до улицы Ашимова протяженностью свыше 1,5 километров. Новый транспортный узел разгрузит улицы и сделает трафик более напряженным. На данный момент мы делаем тротуары. Как тротуары сделаем? Будем асфальтировать и, значит, на этот участок дороги изложим еще один слой крупнозернистого асфальта, потом мелкозернистого асфальта. Также предусмотрено в проекте освещение. Новые дороги появятся и в микрорайоне Сары-Арка. В этой части города дорожное полотно оставляет желать лучшего. Местами его вовсе нет. Поэтому местные власти разработали проект. При достаточном финансировании здесь тоже со временем уложат асфальт. На сегодняшний день разыграли конкурс по среднему ремонту по городу. Это улица, получается, Жумбахтас, Досова. Эти улицы будем ремонтировать. Кроме этого, сейчас мы уже асфальтным покрытием прошли улицу Литвинова, сделали Джамбулова улицу. Эти все улицы мы отремонтировали. Ямочным ремонтом мы порядка 30 тысяч квадратов предусмотрели. Как заявили чиновники, все, что касается ремонта дорог, от стройматериалов до непосредственной укладки асфальтобетонного покрытия, будут контролировать специалисты. В их распоряжении имеется специальная дорожная лаборатория. В целом, на обновление дорог областного центра в этом году из бюджета направили почти 2,5 миллиарда тенге. Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Кокшетау, 24 КЗ.